Умейте искать сокровища. Прайс Дрейк. Готов. Готов. Сейчас. Давай. Спасибо. Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Так. О, черт! Осторожнее вначале. Обалдеть. Да. Там проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Как там у тебя дела? Роскошный вид. Вот это высота. Так, теперь что? Верь мне и делай, что говорю. Вроде того. Теперь мы точно в богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были их органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталии. Да. Может, и налоги были? Как знать.
Тут ничего. И тут не пройти. Ты только посмотри, из чего построено. На это наверняка ушли годы. Учитывая, сколько у них было денег. Ага, а ответственности ноль. Впрочем, как и скромности. Да. Ну, пусть за деньги не купишь. Ни хрена. О, а вот и пропавший колонист. Как обычай. Господи. Пушки, баррикады. Что произошло? Какая-то битва. Вопрос риторический. Да. Но вот кто с кем сражался? И почему? А у этих даже вроде не форма. Будто солдаты. Ого, впечатляет. Это мягко говоря. Или нет? Не хочешь помочь? Да. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну, ищем зацепки? Да. А куда деваться? Вор. Пусто. Крутой прикид. Вроде даже форма. Ты был здесь охранником, да? Молодец. Что у них тут стряслось? Хороший вопрос. А что если... Сокровища не осталось. Они спустили все на мраморные полы. И когда колонисты это поняли, они разозлились. Может и так. Эй, Нейт, посмотри.
Что у тебя? Деньги Либерталии. Тут знак Эвери. Угу. Он плавил золото и чеканил свою монету. Так, монета, все эти пустые полки, оно было здесь. Да. Вот только вопрос, куда оно делось. Короче, мы знаем, что снаружи была битва. И внутри тоже. Что, колонисты украли? Не. Я думаю, они пытались забрать свое. Смотри. Вот Эвери, Тью, основатели Либерталии. И везде написано «вор». Не тиран, не убийца. Вор. То есть, когда сюда явились колонисты, сокровища уже не было? Потому что вот эти ребята его уже забрали. Пират всегда пират. Да, пират всегда пират. Я знаю, где оно. Что? Где? Это карта. Вон там. Наше сокровище. Это карта Либерталии. Нам на ту сторону острова и глянуть вот здесь. Новый Девон. Стоп. Эвери же из Девона. Есть такое. Посмотри, какие здоровенные дома. И на каждом стоит знак. Там они и жили. Ну что, полезем на сторожевую башню? Осмотримся. Новый Девон, мы идем. И как бы нам наверх забраться? Так, готов? Так, шаг первый, второй. Поднять люстру. Отличная мысль. Ты убежал. Прими комплимент. Спасибо. О, да ты Тарзан. Прости, Кондор. Болдридж. Что? Ты наступил на Болдридж. О, и правда. Ну, пошли наверх. Поражаюсь, что лестница цела. Эй-эй-эй! Сейчас сглазишь. Опс, рано радовался. Я же говорил. Конечно!
Эй, сэр! Да! Так, проверяю, не разбился ли ты насмерть. Мы почти дошли. Он просто в восторге. Тебе помочь? Не откажусь. Ну, готов? Готов. Сейчас. Давай. Что-то нашел. Поберегись. И... вот. Идем. Это воронье гнездо. Вон там. На том берегу реки. Ну что, пойдем грабить награбленное. Внизу можно пройти? Вроде бы. Пошли. Как думаешь, сколько нам до нового Девона? Ну, пара часов. Зависит от того, с чем и с кем мы столкнемся на пути. Господи, ты живой? Давай, РПГ! Господи! Сэм, наваляй его!
Ладно, попробуем еще. Тебя видеть. А, все, Манго! Манго! При чем тут Манго? Наша с женой шутка. А. Всегда такой остроумный. Иногда бывает. Да. Вы с братом лучше всех на этом острове умеете искать сокровища. Жаль, мы не на одной стороне. Погоди, еще не поздно. Опять болтаешь. Но я больше не поведусь. Эй, стой, давай поговорим. Ладно, это тяжелее, чем я думал. Но я сам дверь найду. Ты думаешь, я просто так дам тебе уйти? Это было бы разумно. Да ладно тебе, Надин. Конечно, ты крута, но мы один на один. Скоро здесь будут мои люди. Я просто их дождусь. А то и сама все сделаю. Шустрая, но недостаточно. Да, оставь. Надо выбираться, пока они... Эй-эй-эй! Давайте-ка все успокоимся. Вот это интересно. Нейт? Сэмэл? Уберите пушки! Слышали? Нет. Рейв, он на грани. Не беспокойся, эти не способны на хладнокровное убийство. Просто не в их стиле. Уверен? Хочешь рискнуть? Ну давай. Стреляй. Сэм. Тогда и вас пристрелят. Отлично. Стоять, ни шагу! Ну хоть один. Сэм, убери пушку. Я выстрелю. Давай! Рейв! Все! Не стрелять, не стрелять! Бросай. Все. Видишь? Все. Не беспокойся, Надин. Не в их стиле. Что тут скажешь? Я сам не ожидал. Сэмюэл, как ты? Ты знал, что этот момент настанет, да? Эй! Да ладно. Ты уже победил. Расслабься. Ты же бизнесмен, я предлагаю тебе сделку. Сделку? Ух ты, мне даже любопытно. Излагай, слушаю. Короче, ну,
Ты хочешь найти сокровище? Мы тебе поможем. Типа в обмен на жизнь? Да. И малую долю. А вот это уже наглость. Просто чтобы купить его свободу. Свободу? Нейт. Да. Он долго сидел. За нас всех. Его вытащил Гектор Алькасар. И теперь хочет денег. Ты о чем сейчас говоришь-то, Нейт? Гектора Алькасара подстрелили. В Аргентине полгода назад. Это я вытащил Самуэла. Что? Класс. А тебе он что сказал? Сэм, какую историю ты состряпал? Алькасар, правда? Наврал? Наврал родному брату. Мы теряем время. Секунду. Понимаешь, Нейт, я не бросил искать сокровища Эвери. Но везде заходил в тупик. Да. И вдруг узнаю, что наш дорогой Сэм, эксперт по Эвери, жив и даже здоров. Он придумал, как сбежать. Я дал на лапу кому надо, и Сэма выпустили из главных ворот. Последние 2 года он разыскивал второй крест. И знаешь что? Он работал на меня. Нет. Ну да. Ты мне врешь. О, Сэм, скажи ему. Нейт. Сэм, я не верю. Нейт, сокровище было нашим. Всегда было. Я все бросил ради тебя. Ну стой. Слышь, Нейт, если тебя это утешит, он ведь и меня обманул. Чертов Гудини приволок тебя и этого старика вашего. И не буду врать, Сэм, это меня взбесило. Но это все позади. Ты не заслужил. А ты? Мы воры, которые тянут руки к чужому добру. Рейф? Что? Либо ты это закончишь, либо я. Ну, слово дамы. Упустишь что-то, и не видать тебе сокровища. Ты раз за разом заходишь в тупик. Лучше признай, мы тебе нужны. Ты прав. Наполовину. Мне нужен Сэм. Стой, ты совершаешь нет, ошибку! Стой, приехали. Кто здесь вообще живет? Без понятия. Но адрес точно верный. Я за этим местом несколько дней наблюдаю. Хозяев нет. И мы на месте. Ух ты. Ну и домище. С чего начать-то? Начнем с того, что поищем вход. И устроим себе экскурсию. А тут есть сигналка? Я сказал, поищем вход, а не разобьем окно. Ладно, давай с той стороны зайдем. Давай руку. Ну что, пошли?
Так, иди за мной. Давай, Нейт. О. Стрёмно. Да. Держи. У меня два. А мы какую-то конкретную комнату ищем? Короче, высматривай книги, дневники, документы и все в таком духе. Тут ничего. Не-а. Не, на чердаке их точно нет. В этих коробках только старое походное снаряжение. Спускаемся. И как нам их найти? Мамины тетради? А ты не помнишь? У нее не все были в белых кожаных переплетах. Да помню я, но чердак-то огромный. Это ж как иголка в стоге сена. Ага, белый переплет. Я вроде нашел. Серьезно? Нет, это не мамина. Но ты все равно молодец. Давай искать дальше. Слышь, Сэм, может, я сбрендил, но это похоже на вазу династии Мин. Нейт, кто в здравом уме оставит вазу династии Мин так просто на видном месте? Это был ваш дом? Эти коробки тебе ни о чем не напоминают? О наших вечных переездах. Точно. Папа еще говорил, зачем их распаковывать, все равно через месяц опять съезжать. Ага. Вот ведь скотина. А? Никак! Ну-ка, давай вместе. Готов? А это что? Ого, это саркофаги какие-то. Ага, посмотри, да тут кругом эти гробы. Ну, саркофаги. Сэм, настоящие. Что это за место? Ну, надо узнать. А этот древнеримский. Третий, может, четвертый век. Эй, узнаешь? Я где-то такое уже видел. Лежачие фигуры. Работы этрусков. Да, точно. Да, муж и жена похороненные вместе. Жутковато. Но в то же время круто. Ага. Да, тут прямо как в музее. Может, у них и динозавры есть? Не удивлюсь. Вот еще один.
Не-а. А здесь мы видим древнюю месопотамскую стиралку-сушилку. Я всегда был остряком. Всегда. Эй, Нейт, посмотри, ну-ка, кто я? А? Доктор Ливингстон, ну что ж ты? Клёво. Эй, смотри! А вы Цезарь! Эту я уже читал. Куда поедем? А? Ну куда бы ты хотел поехать больше всего? Кто, я? Ну да. Так, ну? А ну-ка. Иди. Ага, посетим Тадж-Махал. Крутится, вертится. Советский Союз. Давай в Москву. С этим может быть проблемка. Глянуть бы на Красную площадь. Еще разок. Англия. Посмотреть бы Виндзорский замок. Да, Сэм? Эй, я же не виноват, что тебя тогда еще и на свете не было. Тем более я почти ничего не помню. Ну, замок как замок. Ага. Тотемы плодородия. Эй, ты не слишком ли юн, чтобы на такое смотреть? Ух ты, стол такой же огромный, как те, что в приютской столовой. Тут еда наверняка получше. Хм, да любая будет получше. Класс, тут наверняка крутые вечеринки закатывали. Судя по вещичкам, денег у них было предостаточно. Ага, но последняя вечеринка явно была очень давно. Ого. Лоуренс Аравийский. Рыцарский доспех. Французский вроде. Эй, может не стоит фонариком прямо в окна-то светить? Заперто. Может, дневники где-то там? Надо найти другой вход. Эй, вентиляция. Смотри. Ну, готов? Опа! Полароид. Дай-ка сюда. Походу, работает. Встань-ка ближе. Улыбочку. Не теряй. Полезли.
Только не грохнись. Вот. Я залез. Можешь дверь открыть? Сейчас. Жесть. Тут как в больнице. Отсюда тоже не открыть. Посмотри, может там есть ключ? Кодеин. Куча таблеток. Представляешь, каково это найти такой артефакт? Наверное, очень трудно. Нашел. Ну, что там? Никаких дневников. Ладно, осталась последняя запертая дверь. Пошли. Ого. Море дневников. Ну, поищем. Нет. Ого. Сэм. Нашел что-нибудь? Вот они! Райские богатства? Генри Эвери. Захват Ганки Савая. О, что это у тебя? Этого я не видел. Да, я тоже. Но это определенно мамин почерк. Поднимите руки. Медленно. Эй-эй-эй, это ни к чему. Что у него там? Цельтесь в меня, пожалуйста. Дай мне дневник. Ладно, ладно. Ладно. Прости, Нейт.
Что теперь? Теперь мы ждем полицию. Слушайте, ну зачем вам этот геморрой? Стоп. Ну, то есть, оно вам надо портить жизнь двум пацанам? Мне бы не хотелось в тебя стрелять. Да ладно, мы же ничего вам не сделали. Мы все должны отвечать за свои поступки. Хоть его отпустите. Я хотел показать ему мамины вещи. И все, он ни в чем не виноват. Что? Я говорю, это моя затея. Нет. Мамины вещи? Ну да. Вот это... мамин дневник. Вы дети Кассандры Морган. Здрасте. Господи. Чуть вас не убила. И еще не поздно. Может, пушку уберете? Вы знали маму? Она у меня работала. Как вы, конечно, заметили, я кое-что коллекционирую. Ха, нифига себе всякое. Мама была у вас переводчицей? Ваша мама была таким историком, каких еще поискать. Мы столько могли сделать вместе. Но ее болезнь... Простите. Да, ничего. Это было давно. Из всех ее открытий... это могло стать величайшим. Sic parvis magna. Великое начинается с малого. Девиз Фрэнсиса Дрейка. Наши обычные застольные темы. Латынь и история. Мы были странной семейкой. А вы в курсе ее теорий про наследников Фрэнсиса Дрейка? Не было у него наследников. Да. Ага. Это если судить по архивам. Но мы... PlayStation.